На ОМК завершился внутренний этап конкурса «Металлоинвеста. Лучший руководитель». 6 победителей и призеров примут участие в общекорпоративном состязании, которое состоится в Москве 5 декабря. Всего в конкурсе участвовало 34 специалиста. 18 человек претендовали на звание лучшего мастера и 16 пробовали свои силы в номинации «Лучший руководитель среднего звена». Сертификаты и дипломы им вручил управляющий директор ОМК Николай Шляхов. Молодцы, что вы нашли себе силы поучаствовать в этом конкурсе, потому что мастеров у нас много, руководителей много, но не каждый захочет проявить себя, не каждый хочет сравниться с чем-то, проявить свои возможности. Это говорит о том, что у вас будет хорошее будущее. Я думаю, что наши победители проявят себя и в Москве среди других комбинатов, окажутся лучшими, потому что ОМК всегда был впереди во всех отношениях. Первое место в отборочном этапе конкурса «Лучший руководитель» в номинации «Лучший мастер» завоевала мастер ОТК Евгения Иванова. Несмотря на то, что около 10 лет занимает руководящую должность, к конкурсу готовилась основательно. Пришлось открыть и трудовой кодекс, и открыть свои какие-то инструкции, еще раз в памяти освежить. Ну, пришлось как-то собраться, и были неожиданные вопросы. Мне помогало то, что я работаю уже давно в должности руководителя, как бы мастера. Ну, в общем-то, на работе все то, что я делаю, то, что меня спрашивали, я это делаю. Первым в номинации «Лучший руководитель среднего звена» стал начальник бюро управления закупок оборудования Вячеслав Головин, который считает, что для успешного руководителя важен не только большой опыт работы. Качество, понятное дело, что морально-деловые, они включают в себя и как умение управлять коллективом, то есть пусть даже и маленьким, небольшим, но а профессионализм в своем деле – это обязательно. Второго места в номинации «Лучший мастер» удостоился работник первого сорта прокатного цеха Станислав Кушнир. Победа стала новой ступенью к дальнейшему профессиональному росту, мотивации к новым производственным достижениям. Ну, во-первых, это дало уверенность в себе, потому что, видите, и победителем стал, ну, в общем, призером стал. Помимо того, что ты занимаешься профессиональной деятельностью своей на рабочем месте, тут еще кругозор расширяется, тут какие-то вопросы, тесты. Организаторы не говорят, о чем именно будет идти речь. Потому, ну, как бы, стараешься побольше охватить тех, ну, каких-то там нормативных документов, еще что-то, побольше, поглубже изучить. Победители и призеры выступят за честь комбината наряду с коллегами с Лебединского и Михайловского ГОКов и Уральской стали. Болеем за наших. Желаем лучшим руководителям ОМК удачи в общекорпоративном состязании.